Здорово всем, дорогие друзья! Сегодня охуенный день. И сегодня я, ну как и всегда, там впервые за где-то недели две сходил в магазин. В последнее время я хожу туда очень редко. Во-первых, мне очень лень даже выходить из квартиры. То есть я социофоб. И в осенний период это вдвойне обострилось. То есть я выхожу из дома чисто вынести мусор. Ну, стараюсь делать это максимально, но редко. То есть где-то один раз там в две недели. То есть, ну, сегодня выпал уникальный шанс, и я сходил в магазин и купил угадайте что, вот такой замечательный йогурт, так, вот так он выглядит, так, давайте лучше так он. То есть я взял вот таких 4 йогурта со вкусом клубники и со вкусом персика. То есть я вот такие йогурты покупаю впервые, и это в прямом смысле там самый дешевый йогурт в мире. Самый дешевый йогурт в мире, без преувеличений, без преуменьшений. То есть этот йогурт, одна упаковка стоит всего лишь 12 гривен. Давайте же посмотрим, что здесь в составе. То есть это действительно йогурт или что-то отдаленное. То есть состав выглядит вот так в составе, и вот запах даже сквозь упаковку слышно. Вот я такое еще ни разу не ел. То есть оно там не дырявое, но запах слышно. То есть в составе молоко, самое интересное, клубника тут есть или нет, да, клубника есть. То есть наполнитель целых 5%. Это немало, потому что я брал другие йогурты, там было и 3. А здесь вот 5, не знаю, ну какой съесть, то есть 400 грамм, кстати, здесь. Давайте же попробую на вкус. А запах охуенный, кстати, запах охуенный. То есть давайте попробуем на цвет. Цвет, кстати, насыщенный, хороший. И это... Здесь используется натуральный краситель, что очень хорошо. То есть вот так выглядит цвет. Ну, возможно, плохо видно, но цвет действительно есть. Ну, красный цвет есть. И есть даже видно кусочки клубники. Запах охуенный, очень насыщенный. Я его, кстати, взял в таком очень... малоизвестном супермаркете. То есть в нем, ну, он не в каждом городе есть. То есть я в него хожу очень редко. То есть, да, там нормальные цены, но в нем есть минус в том, что там нет... там есть касса самообслуживания, но они как бы 50 на 50, они открыты не всегда. То есть там универсальная касса, иногда за ней сидит кассир. А иногда, когда он там отошел куда-то, подрочить хуй, например, в подсобку, там ее разворачивают, получается касса самообслуживания. То есть очень удобно, но заглядывать в окна, там выждать этот удачный момент, когда кассирши нет, мне лень этим заниматься, поэтому я хожу этот магазин очень редко. Хотя я считаю, что 2К в 22-м в абсолютно всех супермаркетах должна быть касса самообслуживания. Хотя вот я часто вижу там ЧСВшных долбоебов, которые никогда не идут на кассу самообслуживания. То есть они, им наоборот, приятно, когда их кто-то обслужит. То есть, видимо, у них там от этого самооценка поднимается. То есть я никогда не понимал, нахуя идти. То есть самое интересное, что даже когда я вижу на кассе свободный касса самообслуживания, и обычно касса самообслуживания абсолютно никто не идет, все предпочитают стоять там в очереди 100-500 человек. То есть я никогда этого не понимал и не пойму. Я наоборот, даже когда свободные обычные кассы, я, естественно, иду на кассу самообслуживания, потому что лишний контакт там с кассиршей мне, то есть для меня это очень болезненно взаимодействовать с людьми. А что касается йогурта, он очень охуенный. То есть за такие деньги, за 12 гривен, то есть в рублях, это умножайте на 2, 25 рублей, это очень охуенная цена.
И что самое главное, здесь действительно есть фрукты обещаны, так что... Но, кстати, вот без акции этот йогурт стоит 14 гривен. То есть он не просроченный, он ну, просто был по акции. То есть срок годности абсолютно нормальный. Без акции 14 гривен, что ну тоже, в общем-то, нормальная цена. Дешевле сейчас, хуй, где найдешь за 14 гривен йогурт там. Даже в АТБ вот они уже дороже стали. В общем, дорогие друзья, мне этот йогурт очень понравился. Буду стараться покупать его чаще. Вот. В общем, было такое видео, обзор на охуительный йогурт. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.